Несмотря на то, что новый учебный год еще не начался, здесь рабочий процесс не прекращался. Губернатору показали научные разработки учащихся, модели роботов, которые студенты сконструировали сами. Кондратьев заглянул и в приемную комиссию. В общении с преподавателями и студентами говорили о развитии современных технологий. По словам главы региона, если край будет вовремя их осваивать, то и экономика будет развиваться хорошими темпами. Мы должны не отстать от жизни, потому что нам очень важно сегодня быть впереди по технологиям, впереди планеты всей. Потому что кто сегодня владеет технологиями, он владеет миром. Поэтому очень важно сделать нам сегодня мыслящих выпускников, думающих выпускников. Но, конечно, очень важно, чтобы учителя имели достойную зарплату. Конечно, мы говорим о том, что качество образования должно быть высоким. А от чего зависит? Это, конечно, от зарплаты, а качество образования – это качество завтрашней нашей с вами жизни, это завтрашняя экономика, это завтрашний научно-технический прогресс. Да, сложно, да, непросто, но завтра стоит намного дороже. Пообщался губернатор и с участниками армавирской команды КВН «Русская дорога». Благодаря поддержке администрации края ребята смогли принять участие в высшей лиге клуба веселых и находчивых. Небольшой отрывок своего выступления они показали и главе региона.